Баскетбольная команда «Химки» Подмосковья уступила сильному сопернику из Екатеринбурга. Очередной матч чемпионата Суперлиги подопечные Рамунаса Цвирки провели с клубом «Урал». Подмосковные спортсмены боролись за мяч на протяжении всей встречи, но опыт гостей сыграл свою роль. В самом начале легионеры «Урала» Майкл Снайер и Марко Киллингсворт сделали рывок 7-0. Чуть позже отставание нашей команды выросло еще на 3 балла. И только точный бросок Стаса Ильницкого открыл счет «Химкам». Сахаров, Потеев, 7-й номер и Войтюк, 15-й, почти догнали «Урал». Первая четверть завершилась со счетом 18-21. Баскетбольные качели продолжились во втором периоде, и «Химки» Подмосковья сравняли счет. Бросок сверху в исполнении Руслана Потеева установил счет 31-31. Гости снова ушли в отрыв, но недалеко. Треха Максима Числова удержала «Химки» на отметке в минус 6. Однако первую половину встречи замкнул слэм-данк Киллингсворта, 43-51. «Химки» Подмосковья продолжили борьбу в третьей четверти. Сахаров 34-й, Захаров, Числов 31-й и Потеев забили свои мячи. Но Карпухин, Киллингсворт и Ильменков не позволили хозяевам паркета подобраться близко, 59-71. В финальном отрезке «Химки» заметно занервничали, совершили много неподготовленных передач и смазанных бросков. Итог 71-87. Не получилось отчасти из того, что у нас перед самой игрой первый номер. Почувствовалась боль в спине, не смог сыграть, а другой первый номер травмирован уже неделю. Так. Не прошли комбинации некоторые, но в защите провалились. Тоже и на подборе, думаю, противник, если берет у нас 17 мячей, то тут о победе нечего думать. Следующий матч «Химки» Подмосковья также проведет на домашней площадке в четверг 13 ноября. Соперник «Темп Сумс» из Ревды. Начало в 17 часов.